Опять я пришла в лес. К сожалению, очень рано темнеет. Там он еще нормально кажется, а тут уже, как видите. И так, как видите, поздно наступила тьма. Ничего не видно, только я с прожектором стою. Еще не прожектор, тоже ничего не видно, почти было и не вспышка. Прожектор только их вспышка помогает нам. Сейчас я выгружу бумагу. Я хотела просто сжечь лишнюю бумагу также сегодня. Вот сожгу лишнюю бумагу и пойду наберу бересты. Так. Все, пойду березы найду. Я вам уже раньше говорила, что у нас какие-то лесники появились. У нас появились какие-то лесорубы в последнее время. Фонарик я оставила маячком, чтобы не заблудиться, потому что темно. А я вот, кажется, березка наступила у нас большая даже. Вот, не знаю, что-то. Может, так что-то. Это похоже лишайник. Что-то непонятное. Лучше не знаю, дальше идем. Ну да, это явно не береза. Я нашла мертвые березы, вот такие вот. И, в принципе, березы найти трудно. Ну вот я нашла кое-что от березы. Может быть, отсюда постругаю. Это на следующий раз посушу дома и буду поджигать. Вот, и я ее буду так вот стругать, вот так вот косым таким вот щух-щух-щух, потом обдирать и собирать. Ну, вот так вот сначала делаю, потом так вот беру и лущу туда вон. Ну, тут оно, конечно, все какое-то трухлявое. Посмотрим, может, дальше что-нибудь найду. Итак, господа, вот, видите, неплохая такая кора, можно с собой вот это вот взять. Вот это вот такое. А вот я, смотрите, что еще отодрала. Ух-ух. Сейчас это будет у нас эффектно гореть. Ну, еще тут набрала. Чисто для эксперимента. Посмотрим, как будет гореть вот этот вот гриб. Вот. Наверное, не очень хорошо. Хотя грибы, говорят, хорошо горят. Вот еще я кору набрала бересты. Ну, я некоторую с собой возьму, выберу. Некоторые так. Это мокрая ерунда гореть. Не горит. В общем, говорит, плохо, тухнет даже кора. Раздражает меня. Ладно, пойдем попрыгаем на скакалке. Вот что я думаю. Все равно делать нечего, можно попрыгать на скакалке. Сегодня, как видите, неудачный у меня день чуть. Я приехала в лес, понимаете, мокро, но так скучно дома в воскресенье, что я все равно приехала. Ну, пускай она сама догорает, все равно тут ничего не случится, здесь сильно-сильно мокро. Не хочет даже мало гореть. Сейчас я вот это вот с собой забирать буду. Вот это вот. Фонарик тоже не горит, что-то с чем случилось. Он начинает, потом тухнет, наверное, и то ли от холода, то ли аккумулятором что-нибудь. Так, перчатки взять. С собой. Делаем свою сумку и идем к палке. Удачная вешалка. Лестница. Так, пойду к палке. На базе у нас имеется палка вот такая. Ну, три штуки. Видно, офигеть. Вот у нас палка вот эта вот. Она у нас мокрая. Ну, мокрая, да. Вот такой она толщины, эта палка. Очень сильно шевелится, особенно вот в этой области, вот до сюда, когда доходишь, вообще колотит ее дико. Она и раньше имела вот эту опору, но видите, она уже вошла, эта опора, в землю. Вот так, когда становишься вот здесь, она опирается, и тогда перестает сильно шевелиться. Там у нас опоры не было. И летом мы ходили в этой палке.